Здравствуйте. Когда... Здравствуйте. Сейчас очень полезно иметь много информации, правильной информации, которая применима на практике вашей жизни для вашего развития, для улучшения ситуации в разных сферах. А когда мы получаем информацию? Когда читаем книги разные, видео смотрим, семинары? Нет, это у нас от этого пухнет голова, от этого какая-то неразбериха, сумятица возникает. Это не информация. По ощущениям, это даже не информация, по ощущениям это какое-то загрязнение головы. А получаем мы информацию тогда, в тот момент, когда мы ей делимся. Я с вами сейчас делюсь информацией, и я именно сейчас только ее получаю, эту информацию. Когда я читаю, я потребляю, это потребительство. Потребительство — это иллюзорный путь получения, потому что потребительство — это не получение. Получение возникает, когда вы это самое делитесь своей любовью, делитесь информацией, делитесь своим опытом, или делитесь деньгами, или дарите подарки. Заметьте, что подарки обычно дарить приятнее, чем получать. Почему? Потому что возникает ощущение изобилия внутри. Если я дарю подарок, я чувствую, что как будто бы я богатый, раз я дарю подарок. Что если я дарю знания, я как бы чувствую, что я имею знания эти, что я, у меня есть изобилие этих знаний. И вот эти ощущения и есть настоящие знания. Они рождаются в момент отдавания. Поэтому вот дарение — это то, что называется изобилие. Чем больше даришь, тем больше изобилия ты чувствуешь, и тем больше оно действительно возникает. Причем не только в той сфере, в которой ты делишься, но и в тех, в которых ты нуждаешься. Например, если ты делишься полезной информацией, действительно полезной информацией, правильно делишься, то в сфере минусовой, где у тебя меньше изобилия, начинает вдруг восполняться, увеличиваться эта сфера. Например, если это финансовая сфера или здоровье, к примеру, тоже она нуждается в изобилии у многих людей. Это даже первое — это здоровье. И вот если вы делитесь полезным чем-то, то возникает как раз наполнение той сферы, которая страдает вас сейчас больше всего, именно в том размере, в котором вы поделились примерно. А если это очень качественная информация, то и даже больше. Вот и посмотрите, например, вы идете когда в гипермаркет, в магазин какой-то, вы подходите к кассе. Ну, часто, вот, по крайней мере, я подхожу к кассе, где вот кассирша какая-то особенная. Мне не нравится ко всем подходить кассиршам, не нравится во все магазины ходить, а нравится, где вот как-то я чувствую изобилие наполнения ощущений, когда вот ты на кассу подходишь, с кассиршей взаимодействуешь. И мне нравится именно в такие магазины, где есть такие кассирши, какие-то вот ощущения какое-то возникает. Почему? Почему возникает? Почему у одних с одними кассиршами это не возникает, у других с другими возникает? Потому что с теми, с кем ощущаешь себя благостно и к кому хочешь идти, они что? Они не потребители, они дарят больше, чем получают. И ты это ощущаешь, как какое-то наполнение. Причем они тоже ощущают это. И они, ну, может быть, их так воспитали, неважно. В общем, есть такие люди, и как раз вот у них все хорошо с изобилием. И такие люди востребованы в других сферах, специалисты есть разные. И именно тот востребованный всего, который больше отдает, чем получает. Он, допустим, за определенную стоимость дарит больше, делает больше для клиента. Задумайтесь об этом, посмотрите в своей жизни, как у вас это, то, что я сказал, работает, как ощущается. Наверняка что-то найдете. Всего доброго.